Санкт-Петербург, 6 марта, гостиница «Новотель». Именно здесь, именно сейчас проходит заседание комитета жюри премии «Креа Ворд Санкт-Петербург-2008». Как и перед любым серьезным мероприятием, в начале пресс-конференция. Комитет жюри – это уже второй этап премии в области коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге. Вначале из всех участников, а их в этом году оказалось 50, необходимо было выявить лидеров. Для этого члены жюри в режиме онлайн голосовали через сайт премии «Креа Ворд». Так определились номинанты – по 3 претендента на победу в каждом секторе рынка коммерческой недвижимости. Все заседания комитетов жюри, где представители объектов-номинантов проводят презентацию своих детищ, проходят вот в этих кабинетах. Все очень напоминает студенческую жизнь. Сессии, дипломы, строго объективное жюри, сосредоточенное внимание, взволнованные представители объектов-номинантов, ну и, конечно же, презентации. Национальный комитет. Именно сегодня здесь проводят презентацию 3 представителя объектов-номинантов. Сегодня его представляют торгово-офисный комплекс «Реджент Холл», офисно-коммерческий центр на территории Апраксиного двора и терминал «Старая деревня». Было понимание, что ты стоишь и защищаешь свой диплом. Вот это четко прослеживалось, потому что, наверное, та волнительность, которая присутствует в такие моменты, она была и здесь. Офисный комитет. Всего на участие в премии «Креа Ворд Санкт-Петербург-2008» было заявлено 22 участника. В классе А номинантами стали бизнес-центры «Ренессанс Плаза», «Дом Зингера» и «Лангин Зиппен». В классе Б – «Аля Темпора», «Ренессанс Центр» и «Сенатор» на 18-й линии Васильевского острова. Мы, можно сказать, старожилы этой премии. И участвовали, были номинантами и побеждали в этой премии. Участвуем в этом году. В индустриальном комитете также 3 номинанта. И членам жюри предстоит нелегкий выбор, кто же станет победителем и получит заветный кирпич. Мы, конечно, знаем все объекты, там были неоднократно о них. И, в общем-то, было интересно сравнить их в очередной раз, постараться выбрать лучше. Очень важно, что премию КРЕ, в ней выбор лучших происходит благодаря профессионалам, которые собраны в жюри. В торговом комитете также наблюдается деление на классы – средний и малый торговые центры. В гостиничном комитете за победу борются бутик отеля «Репина» и гостиница «Ринальди» на Чернышевской. Мне очень приятно, потому что на самом деле это очень актуальная тема, особенно в гостиничной недвижимости, потому что очень немного сертифицированных гостиниц и качество профессионализма, которое предполагает эта премия в строительстве коммерческой недвижимости в области гостиничной, это очень хорошее дело. Заседания комитетов закончились. Многоуважаемые члены жюри вынесли свой вердикт, а вот в результатах мы вместе с вами узнаем 28 марта в Смольном соборе на официальной церемонии награждения победителя премии «Креа Ворд Санкт-Петербург-2008». До встречи!